Самокат in destroy. Это сегодняшний день, он мой. Итак, сегодня... Проскуте! Вот. Пока Клаудиус не видел, мы уехали. Hello guys, I'm Claudius Verdevi. This is my pro scooter. По цветку. Виталик. А их свыдал. Давай. Короче, ты сходил. Это хотел. Ну классно, да? Да, все. Да. Шаг, чтобы такой плавно перейти. Привет, хил хотел? Я на лип хочу. Хил, конечно, удобно, но не за землю. Травка зеленеет, асфальт высох, можно ехать кататься. Ну как высох? Снег, конечно, есть, но это мне не помешает. Сегодня у нас GoPro Street от первого лица. Убираем все ненужное. И берем нужное. Самокат in destroy! Короче, пацаны, сегодня мы поедем на Зыбискую, потому что асфальт сухий. И на Дании украли перилу. Вот так вот, пацаны, так надо разговаривать. Поехали с нами на Зыбу, короче. О, есть пацаны, пытаюсь закрепить GoPro на шлем, короче, она выскакивает. И тут отгадайте, куда падает. Асфальт, лед или на край рюкзака? Конечно, на край рюкзака, потому что сегодняшний день, он мой. Короче, на Зыбе было очень так все во льду, и мы едем в поиске спотов по сухим дорожкам. Белорашен, да, Street Nation. Чисто все Белорашен. Да, но там, я думаю, мокро. Я думаю, там мокро. А я не. Блин. Мужик идет. Прикинь, я слышал такое слово. Вон там были, типа там грани, но там сейчас вон снег. Все в снегу прям. Как ты думаешь, можешь под эту? На оперу? Ну можно, конечно, на оперу, но мне кажется, там как бы ничего хорошего. Нормально, оно не скользкое. Уверен? Да. Говно, параша. Ну, есть такое. Я просто делаю вон эти, меня кидает с нее. А вот это уже не скользит. Значит, надо больше ходов брать. Че, без парафина я скользил? Ну, отсюда дропать просто можно. Ну там ступа мешает. Хотя бы сверху. Еще одна. Горит? GoPro. Да. Откуда? Откуда?
Ой, ну на. Дропай. А тут, кстати, тут меньше, чем та крыша на этом, помнишь? Ну давай. На Москве. Здесь просто 1.80 м. Блядь, мне как-то страшно. Это давно тут не было. Ай, что-то наконец-то нормально. А мне в высоте так коленки задрожали. Было видно, ты... Чего? А? Просто одно дело бетон, а второе вот это жесткие металлические штуки, на которых можно получить такую травму, что надо... Нам обязательно и надо, чтобы были эти металлические штуки. Что? Нам обязательно надо, чтобы были. Лучше. Не, ну я вам скажу, что серьезную травму можно получить и просто по улице идти и на льду упасть. Вот где, знаете где? Такое же сделано для вас специально. Да. Там, ну, сейчас, но там сейчас не покатаешься. Там, да, там, вот, там не покатаешься, вы знаете, да? Ну типа снег. Скинешь мне лось, как я прыгну? Там большой дублик. А? Большой дублик вырежешь из пома. Я бы не рекомендовал. Ну как? Я ж не смогу скачать, чтобы вырезать. Конечно, вот смелый. Я ж самого это да. Смогу смонтировать, дурачок. Ну... Сейчас зима, знаете как, лучше не рискнуть. Да. Ходов надо больше. Пам-парам-пам. Андрей. Короче, на этом все, значит. Не забывайте ценить, комментировать и подписываться на мой канал. До встречи в новых видео.